Доброе утро! Что? Папа не приедет, мы будем здесь. Кто? Мы. Да? Да, пока дядя не приедет. Ну хорошо, а потом, когда приедет? Не знаю. Тогда где будем? Кнопка. Как мы вчера собачку видели в этого? Одетую, да? В юбке. Кнопка, а ты тоже с нами завтракаешь? Хлеб с маслом хочет. Мы тут уже все подоедали после детей. Сейчас будем есть, пить кофе. Ты будешь кофе с молоком? Услышала запах. Плохо, давай. Мама, я сказал, чтобы он мне дал, он не дает. Он любит кофе. Мам. Я сказал, чтобы он мне дал, а он целину не дает. Ну, дай ему чуть-чуть погулять, потом но он тебе... Уже долго. Афонь, ну пойди уже разберись. 10 минут. А тебе, а ты сколько? Я всего лишь одну минуту. Ну, не знаю. Скажи ему. Сейчас приду, скажу, хорошо? Сейчас вот Кнопа кофе допьет. Привет. Все, сейчас будем мыть посуду. Хотим поехать на море. И домой решили ехать завтра утром, наверное. Также в 5 утра выйдем и приедем. Что вот это такое? Уже была... Паша... Паша Пэл уже 8-й час выпустил. А вчера он 7-й выпускал. Мучение интересно. Опять. Да? Нашли мы наконец-то серферы, так серфинги. Они там не были, зачем искать было? Да, и сейчас возьмем их и поедем на море, будем а купаться. Кто нас будет? Сейчас как-то придумаем, дедушка же-то с нами едет, поэтому будем надумать. На море? А да. Он будет купаться? Ну, наверное, должен. Или, нет, для него даже это удержит. Да? Ну, для 150 килограмм. 150. Что за танцы? Все, теперь сейчас будем накачивать. А, потом будем а где наши сумки? Ты поставил их? А, ты еще в багажник не ставил? А потом это, будем сидеть делать. Какой дурак додумался накачивать дома матрасы, да? Ну что, там получается, девушка, или нет? Вообще получается. Гришуля, аккуратно, чтобы ты не проколол. Гриш, выйдите с клумбы, сынок. Так, ну мы уже в Камышеватке, сейчас дедушка Лёша возьмет стульчики, поедем сразу на море. Пашка Галя говорит, ты посмотри, там цветочки цветут, но цветочки-то цветут. Красота. О, даже этот один раскрылся, как его называют? Как это? Гладиолус, вот. Сейчас с бабушкой, ой, встречает нас, встречает. Здравствуйте. Иди, заходи, иди. Что, Афон не обзывается на вас? Егор какашка. Антошка. Наслушались вчера. Это. Афанасий Сергеевич, ты где? Да, наслушались. Кто-то не балует. Антоша. Давно тебя не видел, Грим. Давно тебя не видел. А ну и покажи-ка фокус с Бимом. Как он тебе за лапки танцевать становится? Дунь-дунь-дунь-дунь-дунь-дунь.
Он же говорит, ты мне косточку привез? Да, конечно. Так, едем на море. Чувак, ну мы, прости, мы тебя. Тут вид, конечно, потрясающий, когда мы здесь возле школы спускаемся и едем. Уже спустились к морю, тут прям много народу. И море, гляньте, какой цвет у него красивый сегодня. И народу куча. В общем, раньше ехать. Поедем сейчас пробовать воду. Доедем до нашего места. Вот сейчас здесь трясемся на всей этой стиральной доске. Ну ничего страшного. Здесь вот где эта лесополоса, то тут всегда много людей, потому что тенек, и можно спрятаться. От дождя нет, просто в тень. Мы с Антохой, а все остальные с дедушкой. У меня есть мячик. Тут вот и в палатках. О, как у нас палатка, видишь? Уже змея тоже запускает. Только у нас, мне кажется, побольше. Нет. Такая же, да? Побольше, мам. Кто-то машину даже накрыл. Мам, у нас побольше. Ой, ну цвет воды потрясающе красивый. Мам, у нас побольше. Да? Палатка. Это просто цвет похож, а это теплая вода. Будем надеяться. Кто-то здесь вот на таком, с таким домиком приехал. Да. Теперь купается. Интересно, сейчас посмотрим, какой же это регион. Стой, туда у них собака. А, они там с собачкой, да, плавают. Это Ростов, 61-й. Они взяли собаку с собой, как дитя. Как дитя? Теплая вода? Да. Давай, ныряй. О, Афоня, ты уже так ныряешь? Так, где мои носки еще? Хорошая вода? Антох, будешь пробовать? А хорошая водичка? Ну, 45 сейчас на солнце вот показывает. Ну да, да и тучи как-то, да? Ну а цвет моря, да, какой красивый? Хорошо? Привыкать, да. Гриша, тебя еще удержит? Ну как вода, Башка Галя, вода нормальная? Да. Сейчас я залезу. Давай, сынок. Зачем ты падаешь? А делай два раза колесо, ты можешь? Это против ветра. Давай. Давай вместе. Давай вместе. Давай вместе. Давай вместе. Давай вместе.
Новая игра. Афоня вратарь, а эти бьют голы, да, типа пенальти. Гриш, ну по очереди. Ну по очереди, ты не можешь дать, он разок кинет. Гриш, ну что ты такой, прям нельзя найти компромисс. Большая, да? Живая, да? Ну доставайте, зайчик, я же не мастер. Пусть плывет, ничего страшного. Уже ветерок, как погода быстро поменялась, да? Я чуть-чуть сделаю. Там же есть огурцы у нас есть? Огурцы нет. Помидоры. Это просто помидоры. Ну да. Так, у нас быстрый ужин. Пельмени. С Пятерочки. Такие вот купили. С
сметана, уже кто-то кетчуп, да? С хлебом. А Гриша паштет себе захотел, купил. Кетчуп. Гриша, а что мы в комнате? Быстро. Гриш, быстро на кухню. Гриш, ну пожалуйста. А Афанасий где наш? Где-то должен быть на улице. А где он? Что-то его не видно, да? А он что, мячик брал или нет? А, вон он. Вон он, вот там вот на горке. Он сейчас везде показывает, все показывают, что у них дождь, а у нас солнышко. Афоня, в общем, вышел самый первый, нашел друзей, позвал Антона играть в футбол. Ой, такие интересные. Все, все, побежали, побежали. Афоня, в общем, такой интересный, самый первый вышел, нашел друзей, теперь говорит мне, зови Антона. Я нашел, с кем нам играть в футбол. Давай, Афоня! Ты что, косой, что ли, Афоня? Ой, мальчишки мои, устали. Афоня, не грызи ногти. Как вы наигрались? Афоня, расскажи, как ты играл? Как ты нашел всех, всю команду-то футбольную, сынок? Сынок, ну расскажи маме. Афонь, ты спишь? Как ты там со всеми играл? Ну и как там мальчишки-то, нормальные? Тебе они понравились или нет? Афоня, понравились? Посмотри на маму. Это просто тут сваты еще идут. Афоня их любит, да? Ты любишь сватов? Сваты любишь? Я хочу вату. Вату? А не свата. Хочешь вату? А я хочу шоколада. Много-много шоколада. А ты же съел же себе шоколад. Еще хочу шоколада.